Пока тут разминка идет. Состоится на втором корте. Борьба за третье место у нас развернется на третьем корте среди команд Чайхана и Старт 2. Thank you.
мама без, тут только спортивные, нам даже лестница не нужна. Так, двое есть, еще? Еще один. Один или два? Так сколько будет желающих? Давай, 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 давай. Сюда пойдем. Два билета на Панкратион сегодня вечер в Витис-Арена, клуба губернатора. Как? Сейчас расскажем, будет несложно. У нас спортивное мероприятие, поэтому все сегодня... Все говорим о спорте. Активности, да, у нас будут физкультурного характера, как минимум. Еще мужчины, поддержим. Мамы тоже, давайте. Так, главное, чтобы 16+. 16+, тут написано. Александр Павелев, кстати, Алексей присутствует также на Багратионе. Почетные гости будут. Кроме 8 поединков, много всего интересного. Там будет проходить под сводой Витис-Арены. В общем, так, что ты делаешь? Вот вы сейчас стоите, а потом пожалеете. Что не вышли сюда. Он уже едет. А, уже едет? Он дал. Еще двоих могли бы с собой взять. Где? Нет, это на сегодняшний на бои. Панкратион. Сегодня Панкратион, да. Пойдешь, нет? Пойдете? Вам 16? Поднимайтесь на сцену. Просто ты все, ты сейчас... Это машины просто. Ну, я уже... Они победят. Не знаю. Победены. Так, победуни. Так, Да. Ладно, смотрите, есть 4 соперника. И 2 билета. Блета. Билета мы уже получили сегодня. В общем, все просто на самом деле. Знаем, помним, что такое планка. Кто дальше выстоит, тот заберет. Это для вас задание. Мы сейчас с вами по-другому пройдемся. Нам это с вами не надо. У нас такой нормально все. Мы люди подготовленные. Что нам вот это? Так, готовы, девочки? Поехали на планку. Вот. Да подожди, все. Не, у нас с мужчинами другой конкурс. Ладно. Сейчас тогда мы с мужчинами разберемся, а вы вставайте. Но я объясню, почему. У нас возраст. Нам нельзя. Можно. Планка — это простейшее физкультурное упражнение. Итак, да? Давайте, мужчины, тоже встаем. Да он первый раз видит, как это делают люди. Он привык отжиматься. На локте. Вот. Так. Все, поехали. Ну что ж. Давай. Максимально ровно должно быть. Максимально, да. Хоть так, кстати, у нее одна нога загорелась. Смотри. Правая. Ровно, не надо, да. Да. Ну, средняя планка, это примерно 2 минуты. В среднем любой человек может сделать 2-минутную планку. Но потом себя начинается дискотека у твоего организма. Как вас зовут? У Валеры сейчас вообще выражение лица, как будто он делает это постоянно минут по 40. Ровно. Валера лежит и думает? Да. Когда
Слишком здорово, не таким образом. Ай-яй, да? Хорошо. Мы, девочки, тебе даем маленькую подвашку, да, чуть-чуть тебе даем возможность собраться. 445. Вот это сумасшедшее, а? Вот это же... Спасибо, да, очень хорошо. Здравствуйте, мой. Здравствуйте,
реализует эту угрозу. Передача, после чего прерывает метавол. Раскачивает своего соперника, убирает потребную маску. Очередной раз опять забегает. Передача. Права. А если пасик? Здорово! Капитель разбрасывает на Степана. Выпинывай! Так что Степан отдыхает. Передача во фланг. Назад во фланг. Опять идем с собой на заигрывание. Итабон, Степан, перерывает. Передача. Что ж вы все мячи теряете? Вообще, тут разминка какая-то идет. А может, игры уже и прошли? Непонятно.